Эпиграф. С азартом причинял другим добро. Так кто же ты, дух, или бог, или маг? Ответь же, кем задан твой путь ниоткуда? Или не тьмы, или света причуда? Явили тебя в этих сонных домах? И что же ты хочешь сюда принести? Здесь люди довольны и тем, что имеют, а бедность свою и понять не умеют. И если ты Бог, то пойми и прости. И если ты дух, то в сердца им войди. Ты там не узришь даже тени сомнения, что это их жизнь, есть вершина творения. И если ты добрый, то не навреди. Они так боятся за свой потолок, им страшно не то, что обрушится крыша, но страшно узнать, что находится выше. Не правда ли легче, когда только Бог? И если ты маг, то всю силу числа направь на дно милосердное дело. Позволь им не ведать ничтожность предела, в который уложатся все их.